Предлагаем послушать сказку Ирины Гуриной «Подводное приключение». Пошел Колобок на рыбалку. Смотрит, а по реке бутылка плывет. Вытащил ее Колобок, открыл. А в ней карта на старой бумаге. «Это же клад на дне моря!» — воскликнул Колобок и помчался к друзьям. Собрались Колобок и Зверушки. Долго карту разглядывали. Ну никак без подводной лодки клад не достать. Стали они лодку строить. Бобры стволы деревьев прилаживали поплотнее. Заяц щели конопатил, чтобы лодка не протекала. Ёжик с белочкой борта красили. Никто без дела не остался. Кто строгал, кто канаты плёл, кто припасы заготавливал. Уселись в лодку Колобок, ёжик, заяц, бобр, лисичка и белочка. «Полный вперед!» – скомандовал Колобок, и подводная лодка отправилась по реке к морю. Плывут мимо красивых берегов, любуются осенней красотой. «Эх, хорошо!» – говорит заяц. Вскоре берега остались позади, и волны стали сильнее бить о борт лодки. «Ну вот, мы и в море!» – обрадовались друзья. Вдруг видят они, как бьется в воде дельфин. Он запутался в рыбацкой сети и жалобно звал на помощь. Бобр нырнул в воду, острыми зубами прогрыз сеть и дельфинчика освободил. «Спасибо вам, друзья!» — сказал дельфин и уплыл в море, махнув на прощание хвостом. «Обидно, что он так быстро уплыл», — хныкнула лисичка. «Он такой хороший». Пришло время погрузиться в воду. «Задраить люки!» — скомандовал Колобок. Все расселись по местам, а за окошком скоро стала видна только вода. Плывут друзья под водой, любуются диковинными подводными. Встречают конька морского. «Привет!» — говорит он. «А хотите, я вам лес коралловый покажу?» «Хотим!» — закричали друзья. Поплыли они с коньком по лесу морскому. Красота! Тут Колобок и увидел старый корабль на дне. «Мы у цели!» – закричал он. Друзья зашумели, и тут... Из старого корабля появилась акула, раскрыла пасть с огромными страшными зубами и плывет прямо на лодку. «Ой-ой-ой!» – закричала в страхе трусиха Белочка. Колобок не растерялся, схватил штурвал и резко развернул лодку. Мгновение, и акула осталась далеко позади. «Ну вот», – проворчала Белочка, – «как же мы без клада?» «Ничего», – отвечал ей Колобок, – «зато мы подружились с дельфином и морским коньком. А ведь самое главное сокровище – это дружба!» И все зверюшки с Колобком согласились.